Думала, какой мы мультик с тобой будем смотреть, Лиз? Нет? Может быть, посмотрим «Холодное сердце», песни попоем? Не хочешь? Пойдемте. Или «Моану», или «Рапунцель». Что будем смотреть? «Щенячий патруль». Про принцесс или про животных? Очень добрый мультик, да, балерина? Занимаюсь гимнастикой. Ой, здорово. На шпагат умеешь садиться? Так себе. Ой, я не умею, это вообще моя мечта. Ага, отлично. Ну что, я зеркало? Я сегодня чистила зубы. Чистила? Да. Расскажи, паста у тебя вкусная? Да. С чем? Она с мороженым. О, вот это да, давай зеркалом будем дальше смотреть. Зуб у нас уже довольно-таки сильно разрушен. Да, я думаю, что сейчас мы его уберем. С ним надо прощаться. Смотри, что бы я сегодня сделала? Давай. Сегодня, допустим, кариес, так как в этом зубе у нас просто кариес, а в этих зубах у нас пульпит. Инфекция ушла довольно-таки глубоко. Так, ну что, каким вареньем будем мазать зубы? Клубничным, малиновым или апельсиновым? Тогда мажем лимонным вареньем, открывай широко. Настя будет все варенье собирать. Варенье для микробов, помнишь, Лиз? Угу. Наверное, такие злые кусаются, что ли, Лиз? Угу. Вот это да, значит, ты их откормила. Представляешь, что они даже огурцы себе там натаскали в зуб. Сейчас нормально все, Лиз? Угу. Отлично, спасибо большое за помощь. Поливаем, поливаем. Ой, всех сейчас как позаморозим. Супер. Слушай, а что мы с тобой, конфеты будем лопать после того, как микробы выгоним? Или мороженое? Что бы ты хотела? Конфета клубничная, мороженое есть белое, шоколадное и даже со сгущенкой, представляешь? Мне страшно. Я же ни в коем случае никогда тебя не обижаю, все верно? Блин, нам надо зубы вылечить. Смотри, у меня маска на носу. Видела у моей помощницы Насти тоже маска на носу? А то микробы начнут выпрыгивать, как на нос попадут, и оттуда я их уже не смогу достать. На нос. Отлично. День рождения 20 апреля, и мне на день рождения опять сделают этот маникюр. Ой, такой же цвет будет или какой-нибудь другой ты выберешь себе? Такой же. Тим, быстро зуб, у меня вот такая вот щетка есть электрическая. Давай пальчик мне, пальчик почистим, вот так вот. Нормально? Да. Открывай широко. Нет, все, щеткой чистим, жужжим. Щекотать спинки зуба будем немножко. Здорово. Это да. Как мы с тобой всех выгоняем. Уже почти никого не осталось. Вот так вот, да? Отлично. Во рту. Вот так вот. Достаем, достаем. Белое, шоколадное, мороженое какое? Белое. Белое, все. Марко, B5. А какое мороженое? Белое. Сегодня нельзя горячие чаи, горячие супы, горячие ванны. Если вдруг будет жаловаться, нурофен, сироп. Вот. И физические нагрузки сегодня тоже исключаем. Что-то в руки, скажи, положили. Сейчас расскажешь Аришке, как круто тут, да? Да? Угу. Ой, Арина придет зубы проверять ко мне, уже ждет своей очереди. Нет, я чувствую, что у меня щека опухла. Нет, это просто кажется, что она стала такой большой. Из-за того, что я туда лед на зуб положила, чтобы микробов заморозить, хорошо? Это все пройдет, когда ты съешь мороженое. Вышла, пойдем выбирать подарок. Пойдемте. И вам спасибо за сотрудничество и за съемку. И вам. Пойдем. Арина, тебя зовут Арина, а меня Лер зовут. Да ты ко мне сейчас в гости пойдешь, да? Ой, здорово. Пойдем подарок выбирать. До 15 лет я лечу временные зубы, и постоянные зубы лечим просто кариозные процессы, так как я детский врач. А там... 14, поэтому... Ну, можно, 14 вообще, это она просто такая высокая, ну, да, что она уже выше вас. Да.